Это видео не предназначено для лиц младше 16 лет. Да всем. Дорогие друзья, с вами Яблоко. Сегодня продолжаем играть в Fallout 4. На этот раз я чуть-чуть перезагрузился. Меня долго не было на Ютубе, это да. Просто некие проблемы возникли. Поговорим с этим пидорасом. Нам некогда бегать. В смысле? Так, блядь, ты куда бежишь? Смотри, что на тебя. Быстрее, время уходит. Вперед, бегом. Блять, так вот, все, входи. Вот. Слушай, действуем тихо и чисто. Никаких подвигов. Все строго по протоколу, ясно? Задача. А зачем нам Арджи? Наша задача добыть устройство, которое усилит сигнал радиовышки на крыше Кембриджского полицейского института. Без него мы не сможем связаться с кем-то там. Запомни, наша основная цель — коротковолновой... Короче, я понял. Что, нихуя не понял? Отъебись от меня. Все, пошли. Окей. Бля, сейчас у меня так FPS, сука, просядет. Даже страшно становится. Сука, 30 FPS. Ёпана мать. Все-таки видяха слабенькая. Они используют технологию ради личной выгоды. Забрали всю прибыль и не обращали внимания на что-то там. Подожди. Я сейчас так, гладкоствольный соберем. Разберем его потом. Далее. Ова, ядерколо. Вишневая, вишневая и обычная. Окей. Тут у нас какая-то хуйня. Пепельница. Керамика, то бишь. Бля, как у меня проседает жесткий FPS. Кстати, я надеюсь... О! Бля, как туда войти? Как туда войти? Блять, там вентилятор халявный. Сука, болты, винты, всякая хуйня. Как туда пробраться? Бляха. А я до тебя дотянусь? Нет, не дотягиваюсь, жалко. Тебя брать не могу, телефон. Ха-ха, муха! Опа. О, здорово. Посмотри на эти обломки. Похоже, с автоматизированной системой защиты. Как-то там, что-то там. Братство поработало. Это дело рук братства стали? К сожалению, нет. К счастью. Посмотри на улики. Здесь ни одной гильзы. Ни одного патрона. На этих роботов напали синты. Окей. Я на чеку. Только мне на сайт что-то там говорит, потому что я с синтами уже встречался, эти пидоры нихуя сделать не могут. И мне и так нормально. Военная микросхема. Ядерная батарея, улучшенная карта сведения. Сведение, сталь. Вот, нормально. Да помолчи ты там. Сейчас я приду. Так, о, вентиль. Пачка сигарет. Паяльная лампа. И довоенные деньги, все. Вот. What the fuck, слушай. Hey, дружище. У меня есть к тебе предложение. Можно я тебе что-нибудь отдам? Спасибо. Я даже еще какую-нибудь хуйню отдам, я думаю, ты не против. Гладкоствольный вот этот вот. Толстяк, на, блядь, тебе мне толстяк нахуй не нужен. Так, шпилька, кисть. Отойди! Так, тут все, да? Окей, давайте попробуем замать. Тут уже управление... Да, управление протекторами. Активировать единицу. Только их активировать уже нельзя, потому что тут активировать в принципе и нечего. Далее. Дверь. Ты не топай тут. Кухонное полотенце. Опа, разводной ключ, молоток, эмалированное ведро, швабра, вантус. Я воду им туалеты свои прочищаю. Здорово. Так. Тут. Почему тут нельзя, как в Dying Light, так раз, сделал все. Нажал на кнопку, и так, у тебя подсветилось все, что можно взять. А то тут таких маленьких деталей до хера, но найти их не всегда легко. А я, мы сюда пришли, как бы почему бы и не взять? Только тут ни хера нет, да. Оба. Ничего. Похоже, это тупик. Да? Ну. Так ты дурачок, тут вообще-то вон комп есть, да? Опа, ветель.
терминал лаборанта. Напомнить безопасность пароля. Круто. Автоматическая смена пароля. Ага. Я так понимаю, то, что нам его вводить не надо будет, потому что вроде как мы тогда его не вводили, он его на листок как-то ввел. Вроде бы как. Требуется пароль, да. Угу. Управление лабораторией. Ошибка. Окей. Управление дверью. Открыть. Бляха! Nice так, ну Let's тут там по-любому сейчас кто-нибудь... Да, ну как... Да не бейте вы меня! Я тут, сука, вас обкрадываю и все, больше я его нихуя не делал. Так. Ты там пока побейся, убейся, подерись с ними, я сейчас все найду. Да сдохнет эту тварь. Мою скотину убивать. Так. Институтский пистолет, ядерная батарея, пистолет, ядерная батарея, пистолет. Оп. Ага. Ага. Шоковый пруд. Чё, охерел, что ли? Чёрт тут развалился, а? Шо отсюда? Тварина. Разлёгся тут у меня. Валентайн, я хуй знаю, что сейчас с тобой будет, но я хочу это сделать. Блять, ты куда отбежал-то? Я хотел тебя подорвать. Да твою силовую броню забрать. Так. Значит, что? Бутылка с антифризом. Что тут было? А, вот он. Золотые часы, изолента, разводной ключ. Окей. Такие там пидорасы разговаривают, задолбали уже. Ёбнить. Не ёбайте их. Дайте я опыт хочу получить. Пошел нахер. Ой, подожди, тут что-то горит. Чего тут стоишь-то? Жопой ко мне повернулся, а, скотина? Шоковый пруд. У вас слишком много вещей. Ядерный пистолет. Нет, не убивай, сука, пидорас. Да я его ёбну. Найс. Блять, это данс. Где мой пидорас? Блять, это он там? Сука, не ёбай их. Блять. Что за херня? Что мне выкинуть? Разное хлам... Нет. Одежда. А, из одежды ничего выкинуть нельзя. Помощь. Вес он ничего не весит. Винт тоже ничего не весит. Институтский пистолет. Давай нахуй повыбрасываем их. По 4 весят. Здорово. Ядерная батарея, ядерная... Точно, я тогда с них батареи просто буду собирать. А потом из... Опа, патроны, предохранитель. А потом приобрету себе... Это ты тут что? Что, наркоман? Ты как сюда пробрался-то? Если ты тут? А, нет, ты не тут. Чё? Чё это за какие-то подземные проходы? Ты как сюда пришел-то? Чё, дурак, что ли? Она вообще-то закрыта была, а ты, если не знаешь, то дверь открывать надо. Так. Они просто как-то через текстуры проходить, ссаный ты читер. Так, опа. Игрушечный инопланетянин. Игрушечная ракета, обгорелая книга. Это не то, это взорвем. Так, это лампочки. О, лампочки. Стелсбой, да блядь! Сука, лампочек набрал, я перегружен. Эй, ты, пидорас, возьми у меня что-нибудь. Допустим... Понабери себе шоковых прутов, бей ими себя когда-нибудь. Не в этой жизни. Так, бафа вот на забери, винт забери. Ядер колу я тебе нихуя не отдам. Глотай свою эту неочищенную воду. Так, а что я тебе могу еще отдать? Точно, хлам. Пожалуй, давай-ка тогда сортировать цена, вес, вот по весу. Огнетушитель вес 6. На. Забирай, мне не жалко почти. А сколько у тебя там вообще веса? Я думал, ты уже почти загружен, а ты нет. Вон, у меня 100 кг уже взял. Ну, я тебе все отдал. Ну, ты, короче, мне потом только не забудь отдать, пидорас. А то я тебя знаю, как украдешь, блядь. Микроскоп, упаковка изоленты. Так. Где? Гаечный ключ в столе, логично. Так. Там где-то был еще проход. Это вот тут.
Вот тут-то вот. А what the fuck? Зачем ты за мной ходишь, пидорас? Это я их тут должен убивать. Оба. Наука Теслы. Энергетическое оружие наносит на 5% больше критического урона. Это круто. Вот взять. Использовать. Ты вообще-то дурак? Я могу отключить их, наверное. А, нет. Фастом тогда их прочитаем. Может, какое-нибудь задание возьмем. Потом я выделю специальную какую-нибудь серию для доп-заданий, где мы там повыполняем эти заданки. Нет, ничего не дали, пидорасы. Я это все читал, старался. Да ты куда? Я, блядь, сейчас с тобой не пойду, иди нахер. Взорвись там, сука. А золотые часы? Я не могу так просто так обойти, потому что, сука, он получает опыт. Хотя и пошел нахер. Я сейчас с тобой ищу тут. Коробка со шпильками. О, 7 шпилек добавили, нормально. Больше взломаем. Мыло. Обязательно надо взять. В пустоши-то, конечно. Ментаты. Будем умываться этим мылом. Пачка сигарет, опять вантус. У меня будет 2 вантуса в 2 руки. Ну, ладно. Это игра, это баги, это не я. Так. Тут, я так понимаю, ничего нету, да? Тут я вроде осматривал дверь. Тут какая-то херня. Да не топай ты. Чмошник ты тяжелый. Опа, часы. Часы, сука, выпусти меня. Военная микросхема. Выпусти. Часы. Будильник. Кажется, последний раз я проходил техосмотр. Да иди ты нахер своим техосмотром. Мне на сайте, развались хоть тут. Патроны, предохранитель. Ты со мной ходишь просто как мишень. Я за тебя буду прятаться. Так, у тебя жизни бесконечные. Так, алюминиевая канистра. Ракета, патроны. Гладкоствольный пистолет. Что это такое? Металлическое ведро. Где оно там было, я хер знает. Так, вроде как тут больше ничего нет. Плакат Волтек. А что тут обведено? Какое сегодня число? Октябрь, точно, октябрь. Сегодня у нас 3 октября. Нормас. 2077 год, сука. Вот это да. Ты наркоман. А, ты сюда ушел. Ты думал, наркоман совсем. Люк. Закрой! Открой. Дратути. Дратути. Ментаты, бутылка. Пошли со мной, а? Ну, со мной пошли. Сука, да пошли ты со мной. Ну, как хочешь. Чё ты тут делаешь? Я думал, я от тебя... О, квантовая. Я думал, я от тебя ушел, а ты, пидорас, спрыгнул как-то за мной. Дверь. Давай, давай, быстрее обыскивай. Так, тут нихера нету. Тут комп легкий. О, вот она, мы вошли сюда. Да отъебись ты от меня, ты смотри еще. Это что такое? Сейф. Нихуя. Вот это я средний открыл просто фастом. Патроны, этот, довоенный, калибр, патроны, часы. Нормас. 12 опыта дали. Красава. Ай, так. Легкий. О, ну компы тут так легко не получится. Paint. Нет, все-таки получилось. По-любому тут какое-нибудь задание должно быть, нет? Блять, да не сюда. Вот сюда. Ничего нету. И нахера... А, ну... Валентайну это понравилось. А, ну если ради Валентайна, то тут, конечно. Что, тебе понравилось, пидорас? Убери, я сказал. Вот так вот. Иди. Так, все. Go. А, это мы перепрыгнули то, что... Так, все. Валентайн, почини. Ты, блядь, электрик, ссаный, иди сюда. А, босс, слышь. Пошли. Ядро чего-то там, чего-то там. Получается, мы сейчас выполним это задание. И куда пойдем? Я хуй знает. Здорово. Данс. Давай потише. Тут полно врагов. Че, погромче? Тут полно врагов. Так. Разъебать не получилось. Я зайду первый, как... Как сам. Не ходить за мной. Я сам. Я лучше тебя, ты понял? Я лучше тебя.
У меня нет силовой брони, но я лучше тебя. А ты своим фонарем, сука, ходишь, мне в глаза светишь, пидорас. Если не попадаю, то значит за тебя. Ты что, охуел, что ли, меня толкать? Че, пидорас, что ли? Че, бессмертный? А? Давай, давай, да фастом, блин. Тут сейчас по-любому синты придут, ну как всегда вообще. Мне не нравятся вот такие вот... Вот эти, это на психушку на какую-то похоже. Какие-то хорроры, вот ты... Блин, свет когда пробивается вот через эти тени. Это вообще прям... Вообще. Так. Ты, блядь, дурак? Я, сука, чуть не сдох. Ты, блядь, когда спрыгиваешь, ты предупреждай, понимаешь? А то у тебя не будет твоего хозяина больше. Что это за херня? Хламатрон? Записка какая-то. Хламатрон. Спасибо. Жмите R, чтобы зародить хламатрон. Идите нахер, я из названия уже понимаю, что он стреляет хламом. А хлам мне нужен. Пидоры. Запуск. Я запускать пока не буду, пока не обыщу. И тем более я не знаю, я сейчас... Я знаю. Давайте его ёбнем. Легкий. У меня есть идея, можно ёбнуть Данса. Джанг. Фэнд. Хер. Подсказочку, пожалуйста, какую-нибудь. Восстановите мне хп! Сука, где? Я не вижу, я слепой. Где хпшка? Вот она. Ня, неверный вариант, исключен. ХПшку мне восстановите, твари. Ладно, легче по мне так выйти и зайти обратно. Так, о, нормас. Параметры питания. Включить резервные генераторы. Ну, я не знал то, что надо это сделать, но да ладно. Включено, типа, это... Подача чего-то там. Да, сука. What the fuck is it? Молоток, изолента, предохранитель, стелс-бой. Нормас. А, на тап. Чего, пидоры? Сдохните все твари. Давай. Нажимаю. 5, 4. Сейчас охерею, если на последней секунде что-нибудь не так. 3, 2. 1, жмакай! Сейчас, он всех перебил и всех ёбнет. Двигатель запущен. Это искры от... Ну тебе пиздец, походу, чувак. Сорян, я не хотя... Навру, если скажу, что не хотел, я этого хотел. Куба, кнопка. Что я сделал? Блять, открой! Не обязательно запустить двигатель. Не обязательно справиться в порядке, чё? Тест завершён. Коэффициент эффективности 96,7. Автоматический пистолет мне не нужен. Этот нужен. Этот нужен. Этот не нужен. Ядерная батарея. Чё ты тут до хера по мне так? Ядерная батарея. Ты еще жив? О, господи, ты как? Меня слегка поджарило. Но силовая броня меня защитила. Главное то, что мы еще живы. И теперь сможем добраться до передатчика. Ты, блядь, только что умирал, и тебе уже нормально. Let's go, блядь. Охуенно. Может, ты меньше притворяться начнешь? Чё за мной-то ходишь? Лифт ты бы уже вызвал. Спуск. Ну вот, видишь, он спускается долго. Блядь! Я хотел тебя закрыть. Иди нахер, пидорас. Подъем. Мне интересно, они сюда приедут? What the fuck? У нас гости? Идите нахуй. Это мои друзья.
поебалу. Поебалу. Быстрее, тройка, 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 сука, ёбни его. Ага. Угу. Так. Коротковолновый передатчик. Коротковолновый передатчик. Крышка, ядерная батарея. Нужно будет полечиться, я не помню, как там, 0? А, настройки сбросились. Херовненько, херовненько. Так, кого вы там еще ёбнули? Дайте я посмотрю. Опа, военная микросхема, нормас. Опа. А это? Начать испытание. Ошибка. Окей, недостаточно топлива, ну хорошо. Перезаряди. Ага. Калибр, патрон, 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 осколочный. Это не надо, это не надо. Мина. Все. Спущенный мяч. Пусть будет, это получается резина. Да хватит там разговаривать, ты все равно разговариваешь мне на моем языке, я тебя не понимаю. Шоковый пруд мне не нужен. Это мне не надо. Это мне не надо. Ядерная батарея. Ядерная батарея. И все? В смысле? Мел. Рисовать буду. И все? Ну ладно. Я опять, пидорас, без вас поехал. Подъем. 0-0. Ты чё, пидорас? Вы чё, пидорасы? Я... Ты чё, испугался, что он фонарь включил? Ну-ка, быстро, блядь, выключил. Ты, блядь, дурак? Хватит телепортироваться, иди от меня нахер. ТПшник ссаный. Читер. Обоссанный. Отъебись ты от меня, я сам решу, что мне делать. Я всё-таки с тобой пошел, чтобы бабки получить хоть какие-никакие. Так, тут что у нас есть? Ага, стимулятор. Один потратили, два взяли. Получается, в плюс ушли на один стимулятор, нормас. Этот, блядь, слишком много. Ну и Валентайн, тебе сейчас... Я дам еще сюрпризики. Сейчас. Здорово. Спился ты, мужик, спился. А я тебе говорил, Васька, нехуй так много бухать. Ну вот, видишь, к чему это привело? Дай подзатыльника дам, на нахуй. На, блядь. Валентайн, посмотри на этого урода. Эй. На. Я тебе сейчас отдам хлам. Смотри, как у меня его много. Блять. Перегружен? Да не пизди мне. Пиздун ты. Не перегружен ты. А взорвать ты ничего не хочешь? Потом взорву. Алюминиевая банка, антифриз. Что я у него могу забрать? Да нет, по-любому ничего не могу. Значит, нужно что-то у себя выкинуть. О, точно, пидрас. Ну-ка, на меня посмотри. Может, у тебя что-нибудь нахуй выкинуть могу? Может, что-то не нравится? Ой, не нравится, не надо. Оружие, допустим. Шоковый пруд, выкинь нахуй его. Хотите взять? Нет, какое взять? Все, ты что, охуела, что ли? А, выбросить его нельзя. Ладно, я его возьму. Миниган пусть будет, лазерный карабин пусть будет. А что у тебя стоит? Я не помню, что я тебе давал. Хлам. Помощь. Одежда. Оружие. Тогда вот так вот. Этот я у тебя заберу. Так, этот не надо. Одежда, помощь. Хлам. Окей. Так, я надеюсь, тут ничего не надо брать. Что-то ничего нету. Тихо ты! Не благодари меня пока. А, вот тут мне не надо. Гладкоствольный пистолет мне не нужен. Импульсная мина пусть будет. Короткие пока что оставлю. Этот нужен. Хламатрон, ладно, пусть будет. Пруты нахер выкину. Хламатрон, ну, 40. Вот это, у меня 66. 93, а на пистолете где-то мой пистолет. 31. Не, хламатрон говно, я его как бы оставлю как сувенир, блядь. Буду как пидорас с сувениром, блядь, здорово. Ну все могло... Ну все могло... Пройти не так... Чё? Более гладко, мне казалось, что все было нормально. При зачистке мы действовали неэффективно.
Нас не раз поймали, но твое участие обеспечило нам необходимое учёбу там. Не уверен, что смог бы выполнить задание без тебя, но естественно, ёбана мать. Не надо меня оценивать. Ну, значит, это все? Не обязательно. Но при этом нам нужно обсудить два важных вопроса. Ну давай, бля, я готов. Прежде всего, если ты отдашь мне передатчик, я вознагражу тебя за помощь, оказанную в ходе миссии. Думаю, это оружие тебе пригодится. Это моя личная, модифицированная стандартного лазерного карабина, что-то там. Пусть она верой и правдой служит тебе. Вот, 250 крышек на масс. Праведный властелин. Удвоение урона от критических попаданий, повышение скорости заполнения индикатора критической атаки. Вообще шлак говнейный. А тебе она не нужна? Это не единственное оружие в моем распоряжении. У солдат братства всегда есть запасное. Так, насчет второго вопроса. Я хочу сделать тебе предложение. Не надо, я на тебе жениться не буду, я не из этих. Операция могла закончиться катастрофой, но твое хладнокровие помогло нам одержать победу. Я уверен, что ты обладаешь всеми необходимыми качествами. Ты говоришь, что тебе хотелось бы вступить в братство стали, что? Ты все еще хочешь вступить в наши ряды, или нам на этом, или мы на этом расстанемся? Я не говорю, что я хочу в ваши ряды вступить. Если я присоединюсь к вам, что-то там, я стану твоим командиром. Больше никаких контрактов, у нас настоящая работа. У тебя будет доступ к современному оружию, а также своя силовая броня. И что самое важное, тебя будут поддерживать братцы стали, готовые пролить свою кровь, чтобы защитить тебя. Предложение еще в силе, мы можем что-то там. Я не знаю. Такое решение нельзя принимать. Это важное решение, так что я тебя понимаю. Если решишь, что хочешь к нам присоединиться, ты знаешь, где нас искать. Нет, удачи. Я не знаю. К тебе, в смысле, туда? Окей. О, нормально, новый уровень. Мышка. Я не знаю, что у вас сейчас с Моником, просто я не вижу ни патрон, ни хера. Я, короче, вижу только ХП и саму эту. У меня просто проблемы с Моником. Там. Подписчик один уже писал, спрашивал, уже отвечал, на 30 этих отвечать не очень хочется. Просто вот сразу же в видео сказал так. Что-то там вроде было, то, что мы можем поднимать больше. Вес, вроде как-то что-то там было. Насчет этого. Шашлык, стимулятор. Бафаут, винт. 55. Что можно вообще нахер выкинуть? Хлам. Стекловолокно. Масло. Нет, это не надо. Бля, это трудные. Каску. Ты идешь? Давай. Так, мы продолжаем. То есть 254. Насрать винт. Бафаут. Водочки бухнем. Грязной воды. Ментаты давай. Сожрем. Блин, зависимость все ментаты. Мясо болотника, мясо когтя смерти, рот таракана, яугая, овощной суп. Вот, все. Нормально. О, да. Нормас, давай сейчас взорвем вот эту хуйню. Все. Все активировалось. Где там эта хуйня-то была? What the fuck? Тут где-то что-то взорвать вроде может. Ха!
Для тебя все еще есть место в рядах братства, и ты можешь занять его. Это была бы честь для меня, и я бы гордился тем, что ты в наших рядах. Приходи в полицейский участок, там все и обговорим. То есть, блять, если бы я сейчас с тобой не поговорил, ты бы тут так и стоял и втыкал вот эту хуйню? Охуенно. Очень интересно. Прям, не знаю, охуенно. Ничего другого я не видел занятия. Так, тогда давайте сейчас нахуй домой телепортируемся. Я не знаю, сколько мы снимаем, записываем, то есть не... Я думаю, ну... Наверное, минут 20. Примерно так. Можно еще чуть-чуть позаписывать. Просто я времени засек. Второго моника у меня нету. Я играю на разрешении 1400x800. И это херово. Второго моника нету, и я не вижу, что там у меня по времени. Так, Валентайн. Обмен. Толстяк отдай мне. Вот это, вот это, вот это. А, так я у тебя нахуй все заберу. Я думаю, ты не против будешь, если у тебя все заберу. Лазерный карабин. А, ну ладно, я его тоже забрал. Ну и покер, будешь без карабина. Почему-то нельзя просто зажать, и он бы сам все собрал. Телефон. А-а-а! Сука, я у него броню начал забирать. Чувак, извини, я не хотел почти. А, тебя чинить надо, сука, охеренно. 440. Сейчас выкинем хлам и посмотрим. 200, нихуя, у нас почти 200 кг было хлама. Так, это выкинуть. Это не надо, это выкинуть. Мину, карабин, миниган, властелин, хламатрон. И стиловая броня. А что это за хуйня? 120, 50, не знаю. Так, помощь. Давайте тогда сейчас нахуй выкинем всю эту хуйню. И куда-нибудь пойдем. Допустим, сейчас попробуем. Попробуем тогда разобраться с уровнями. Что у нас там по навыкам? Навыки охеренные. Их тут так много. А сколько у меня навыков-то? А, 4. 4. Значит, 4 навыка, да? То есть я могу 4 любых навыка взять. Это я могу? Нет, уровень 25. У меня 21. Хорошо. Я тебя понял. Вероятность того, лазутчик. Как бы можно лазутчика прокачать? Наука. Не, хотя, кстати, науку, да. Наука и что там еще? А, там и фанатик оружия. Наука. Вы можете использовать модификации второго уровня. Не запомню. Взламывать сложные замки. Ну, давайте сложные выберем. Далее. Вы можете использовать модификации брони второго уровня. Вот это надо. Это тоже 25 уровень. И осталось 2. 2, 2, 2. Халявщик. Бляха, ну я, кстати, даже и не знаю. Мгновенное увеличение здоровья. Ну, можно, допустим, на 20 единиц. Мгновенное увеличение максимального... Постепенное восстановление утраченного здоровья. Вот! Найс! Все, у нас теперь здоровье будет регенерироваться, восстанавливаться потихоньку. Так, значит, у меня есть метка такая вот тут на карте. Там стоит, по идее, броня силовая. Я в интернете чуть-чуть почитал. Там стоит силовая броня. Но как бы идти туда я не хочу, так как прочитал там, что... Я вас вообще впервые вижу, мужичок. И собака тоже нормальная. И зомби тоже. Ты хоть спрячься. Уже ни стыда, ни совести нету. Вот так вот сиди, чтобы тебя не было хоть видно. Так. Точно. Так, Валентайн, иди сюда. А, ты что, не придешь? Да, я тут, в общем-то, без записи поковырялся, из-за чего, в принципе, нам бы пришлось проходить заново ту херню. Наполовину, ну как наполовину, на процентов на 20 пришлось проходить заново. Я сделал, тут есть сирена. Ее только услышать, в принципе, можно. Они тут сразу же все собираются, вот тут вот. Я ее выключил так. И есть вот такая херня, как светофор какой-то.
Сирена – сигнал конца смены. Это типа они освобождаются, и все, блядь, приходят вот тут, а вот стоят. Я их тут обычно так переодеваю. Когда надо. Чтобы их надо, если надо их собрать всех вместе, я делаю именно так. И он сказал то, что силовую броню. Блядь, у меня 3 силовые брони, одна из них просто у Валентайна. Вот, первая, вот вторая. Как бы можно Валентайну починить силовую броню, но одновременно можно ее не чинить. Но как бы, думаю, лучше починить, чтобы он не сдох сразу же. Отойди нахер! Валентайн. Ты где? Дура! Блин, ты наркоман? Блять, Валентайн. Ты, блять, хули на моей крыше делаешь? Ты, блять, ее нахуй сломаешь когда-нибудь. Сюда, заберись обратно, мне легче будет. Ну. Блять, может ты обратно догадаешься залезть по лестнице, нет? А не втыкать в эту хуйню. Давай, вот, правильно, да, по лестнице пошли. Блять. Давай, нужно как-то сделать так. Блять, чтобы он пошел за мной, сука, Валентайн. Блять, да заебали. Сюда иди. Собачка. Да. Сюда иди. Ну! Блять, наркоман, только не спрыгивай. Блять, можно я тебя нахуй ёбну, а, пидорас? Ты же почти дошел. Говорить. Что тебе нужно? Выйди нахуй из моей силовой брони. Само собой. Ну, естественно, блять, это моя силовая броня. Пошел нахуй. Пошел нахуй отсюда. Обмен. Обмен. Отдай, это все мое, все. Пошел нахуй. Сходи теперь вот так, теперь я в силовой броне похожу. А то вообще охуело. У меня, кстати, посмотрите, мой баллон, блядь, сзади. Выпирает, сука. Выпирает этот ебаный баллон. Вот это они не продумали немножко. Потому что баллон, я, блядь, могу одеть такой, ну, как бы все-таки это Bethesda. Они должны были все сделать нормально там. Типа круто, все хорошо. Но у них немножко не получилось. Так, чинить. Выбрать. Все. Валентайн, забирай свою ебаную силовую броню. Кстати, вот самая такая охуенная хуйня, это баг. В том, что не, и Валентайну, ну, твоим спутникам не нужен ядерный блок. Который добыть и так трудно. Выйди из нее. Я сейчас заберу, и он туда сядет. Но он будет ходить нормально. Это, кстати, охуенно. Так. Вот так вот. Эй. Нихуя, ты тоже свистнул? Блять, не входи в нее. Я сейчас тоже одену сил... А, подожди, да, нет, стоп, подожди. А куда я иду? Бля, просто я... Если бы я еще... Что за хуйня? Почему я не могу открыть карту? Что, охуел? М. Он не открывает ее? Окей, я войду вот сюда. Просто я хочу посмотреть, у меня, в принципе, была идея, куда можно сходить, только я что-то подзабыл. Подзапарился. Вот М. Сейчас из нее выйдем, просто мне так неудобно. Выйди из нее. Там эта желтая херня по глазам чуть-чуть бьет, и не очень много. Вот, вот так вот лучше. Цех сборки Корвега, Арджет Систем. Это не то. Убежище мэра Бостона, это не то. Убежище 81, Diamond City. Или можно, в принципе, на этом тогда закончить и в следующей серии пойти... Да, кстати. А что они там делают? Музей Свободы, Конкорд. Да, давайте тогда на этом уже и закончим. И... Что в следующей серии? А что в следующей серии? Или все-таки попробовать за броню скорее?
А сколько мне там на новый уровень? Окей, тогда сейчас хочу определить. Так, прослушать сигнал бедствия каравана. Поговорить с Пайпер вдали от дома. Идти дальше по сути свободы. Ознакомиться с делами. Окей, сюжет века. Вернуться в Кембриджский... А, давайте тогда, да, сейчас доделаем наше задание. В Кембриджский этот вернемся. Доделаем его, там закончим. И посмотрим, что мы там сможем сделать. Может быть, попробуем найти ту загадочную бронь, которой, в принципе, восхищаются все. Я, конечно, не очень люблю силовую броню. Я, скорее всего, буду ходить без нее. Потому что стелс... Не знаю, стелс мне нравится. Хотя по стелсу мне не очень играется. Но я буду пытаться. Нас сразу же палит. Я... Неважно, присяду за километр где-нибудь за камнем, он, сука, меня через камень увидит. Так всегда. Поэтому... Только, походу, качать скрытность осталось. Ну давай. Так. Дождь. Дождина. Льет. Грозой. Да-да-да-да, я не слышу, что там говоришь. Так, ну да, 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 мне кажется, как раз таки сейчас полчаса будет. Я записываю по 40 минут, но это полчаса будет. Паладин Данс, рада, что вы вернулись. Нам повезло, задание выполнено. Передатчик готов. Наконец-то хорошая новость. Вы здорово потрудились. Я был не один. Ха, ушлепок, понял? Прошу прощения. Если надо перезарядиться, здесь наверняка найдутся патроны. Хейлин, Рис, приветствуйте нового бойца братства. У него есть потенциал, и при должном руководстве он может стать одним из лучших. Спасибо. Всего лишь... Новобранец? После всего, через что мне пришлось пройти... Ха, считай, что тебе повезло. Мне пришлось более месяца тренироваться, прежде чем меня отправили на первое задание. Значит, ты остаешься? А я был уверен, что ты за что-то там. Может, обнимемся и забудем обо всем, что скажешь? Говори, что хочешь, но одним выполненным заданием ты меня не удивишь. Рис, хватит. Можно я ему, блядь, голову прострелю? Хочешь или нет, но тебе придется с ним работать. А тебе? Тебе. Нужно понять, что значит быть частью братства. Мы не наемники. Мы армия. Мы посвятили свою жизнь защите строго чего-то там. Если хочешь остаться в наших рядах, беспрекословно выполняй наши правила. Уже приходилось служить в армии. Не волнуйся, мне уже приходилось служить в армии. Отлично, значит, читать длинную лекцию не обязательно, так что я расскажу, сразу же перейду к сути. От подчиненных мне нужно, да-да-да, честность, уважение, мне это неинтересно. Начинать с самого низа. Значит, теперь я в братстве? Для меня? Да. Ад Виктория. Хейли, он даже не знает, что... Да идите нахер с своей Ад Викторией. Я не знаю, что это такое. Выбирать тебе. Короче, они меня пытаются заставить вступить в братство. Ну, как бы это плюс, но как бы и минус. Давай, у тебя воз... Рис до сих пор на тебя что-то там. Тень стали. Поговорить с Паладином Дансом. Начато. Я с ним разберусь. Интересно было бы посмотреть. Рис до мозга... Блин, да мне насрать! Что у вас за отношения? Тебя это не касается. Слушай, просто дай Ризу время. Уверена, он поймет, что ты ценный член нашей команды, и рано или поздно... Что-то там... Да, я готов. Отлично, я объясню, что надо делать. Одна из важнейших задач братства – поиск и сохранение технологий, которые были утеряны после бомбардировок. У меня есть список мест, где могут быть артефакты, которые тебе придется найти и доставить сюда. Затем наши скрипторы что-то там. Держи, тут есть все данные, которые тебе помогут. Угу. Все. Ну, я думаю, тогда на этом можно закончить. В общем-то, спасибо за просмотр.
подписан на канал, на паблик, комментируйте. Всем удачи, ребятушки, всем пока.